Вітаю всіх прихильників спорту. В ефірі програма «Відкрито про спорт» на каналі «Відкритий». Наш сьогоднішній гість – один з найкращих бомбардирів дніпровського футболу, колишній директор знаменитої школи «Дніпро-75», зараз ветеран футболу Валерій Георгійович Лапшин. Валерій Георгійович, вітаю. У цьому році вам виповнилося 80. А я вам пропоную занурити ваше дитинство. Як починався ваш шлях у футбол? Скільки років вам було, коли ви познайомилися з м'ячем? Ну, я перше хочу сказати вам спасибі, що ви пригласили мене на цю передачу. А нашим болівальникам дніпропетровського футболу пожелати, щоб наша команда «Дніпро» була дуже гарна, показувала добру гру і щоб вона добивалась больших успіхів у своїх соревнованнях. І все ж таки, от коли ви познайомилися вперше з м'ячем, скільки вам років? Ви знаєте, можна я на русском буду говорити? Ви знаєте, я, собственно говоря, я получилось так, що я жив в такому районі міста, де от зараз знаходиться стадіон «Верзе». Це там таке здання «Боржом» називалося. Це така от, знаєте, як післявоєнний період, це була… Район Амур. Район Амур, да, самий такий, от, будемо говорити, опасний район. Но ми, діти, завжди знаходили можливість, у нас була площадка небольшая, там ми знаходили можливість поіграти в м'яч, в футбол. У мене якось з'явилось таке бажання, що, будучи, мені там було 8-9 років, я настільки привык к этим играм, что на день моего рождения мне мои родители дарили бутсы, футбольные ботинки тогда в это самое. Поэтому как-то так спасибо и моим родителям, что они меня приручили к футболу. Ну а потом... Мяч тоже дарили? Ну мяч, да. Вы знаете, мы мяч как-то вот собирали. Деньги ехали в город сюда, чтобы приехать сюда в город тоже, это Боржом это далеко находится, на Амуре. Приезжали сюда, покупали мяч, и с утра до вечера мы гоняли этот мяч. А, до речи, вы гоняли мяч на стадионе ВРЗ? Нет, стадион ВРЗ появился позже. Значит, потом мои родители переехали на проспект Воронцова, сегодня называется. Там рядом стадион завода имени Коминтерн был. Ну, там я уже дневал и ночевал. Мы всегда собирались там мальчишками. Ну, а потом, когда мне исполнилось, наверное, где-то 11... До речи, зараз це стадион закрытый, там церкву побудовано. Там построили церквушку, да, там какие-то гаражи сделали на этом. Построили. Нема стадиона. Нету стадиона, да. Знаете, как... И мы с утра до ночи, до вечера там гоняли этот мяч. А потом пришло время, когда я стал играть за юношескую команду завода имени Коминтерна. Ну, знаете, раньше... Сколько было вам років? Ну, наверное, лет 13 уже было. Лет 13. Мне играл... 13 минало, как сказал Тарас Шевченко. Ну, да. Потом получилось так, что я в 14 лет поступил в техникум физкультуры. 3 года его проучился в этом техникуме. В 56 году закончил этот техникум. И был направлен преподавателем физвоспитания в ту школу, где я учился, 41-ю школу, там же рядом с Боржомом, с этим. Вот год я там отработал и в это время играл за команду ВРЗ. Тренером был такой знаменитый детский тренер Михаил Федорович Коломеец. Вот я у него очень многое. Он был очень порядочный, как тренер, как человек. Мы ему все благодарны. Все вот эти вот воспитанники, Володя Пельгуй, Ромка Шнейдерман, потом Толя Усенко, вот эти все ребята. Даже тренер Игорь Ветрогонов тоже его вихованец, так или нет? Да, и Ветрогонов, ну многие, все те, которые были, тогда занимались футболом, были его воспитанники. Поэтому будем считать, что мне повезло. В 57 году меня пригласили уже в команду
Металлург тогда она называлась. Ну, случилось так, что мне еще не было 18 лет. Как-то то ли мне повезло, то ли то, что я 3 года занимался в техникуме физкультуры, который мне очень много дав. Как... Вас запросили у 17 років і одразу до основного складу ви потрапили, так чи ні? Ну, случилось так, що я несколько ігор там підпускали мене, как бы тренери. Ну, что-то, наверное, увидел вот тренер Холодков, который тогда работал с Днепропетровской командой «Металлург». Сразу, ну, сначала по 25 минут, там по 30 минут мне доверяли это время на поле. А потом стал играть в основном в составе. То ли повезло, то ли может быть. Поэтому еще не было 18 лет, да, я уже стал игроком основного состава. Но потом уже в 58-м году, 59-м, эти годы я все время был игроком основного состава. А как наши болевальники відразу вас полюбили? Тому що вони дуже темпераментні, так чи ні? Якщо команда виграє, то носили, мабуть, на руках. Якщо програє, то освистували трибуни. Ну, вы знаете как, болельщик, он везде одинаковый болельщик. Забьешь мяч, он тебе будет аплодировать, будет промахнешься с 5 метров мимо ворот, будет кричать «Лапша с поля», там у меня кличка была «Лапша с поля», а забьешь, будут кричать, аплодировать. Я помню такой момент, в 58-м году мы обыграли здесь команду города Запорожья. Это были игры всегда принципиальные. Когда играем в Запорожье, туда едут на машинах много болельщиков. Сюда от них приезжали. И мы обыграли 2-1. И вот нас всех вынесли на руках с раздевалки. Вот где сегодня стадион, бывший «Металлург». Зараз Днепро-арена. Днепро-арена. И на руках несли, наверное, 50 метров. Поэтому болельщик народ такой, когда ты хорошо играешь, он тебя всегда поддержит. Будет плохо, будет критиковать. Поэтому. Если выиграешь, то віднесуть на руках до ресторану, так? Або, а если програешь, в інше місце якесь. Да, ну так устроен болельщик. И тут его винить не в чем. Поэтому. Найпам'ятніші матчі за «Металлург»? Який був до Дніпра, скажімо так. У 62-му році так перейменовано було «Металлург» у Дніпро. От найпам'ятніші матчі, коли ви грали за головну команду міста? Ну, ви знаєте, случилось так, що я половина времени, взагалі-то я з 57-го по 65-й год був в команді. Спочатку була команда, називалась «Металлург», а в 61-му году стала называться «Днепром». Команду перевели на Южный машиностроительный завод, который стал хозяином команды. Ну, как вам сказать, я провел за эту команду и за «Металлург», и за это 196 матчей. Вы знаете, мы об этом и не знали. Это сейчас вот Дмитрий Москаленко выпустил книгу «От Алькора до Днепра» называется она. И там, оказывается, все данные о том, кто сколько сыграл игр, сколько забил мячей, сколько пропустили мячей, там, после про вратарей он пишет. Поэтому случилось так, что... А какой лучший матч провел? Ну, как вам сказать? Вы знаете... Ну, найпам'ятніше, які чимось запам'ятались особливим? Ну, наверное... Наверное, когда мы обыграли здесь вот, то, наверное, вот этот матч 58-го года, когда мы обыграли Запорожье. Во-первых, был полный стадион битком людей. Во-вторых, игра была такая напряженная, что это была самая, наверное, такая лучшая игра. Хоть я не забил в этой игре ни одного мяча, но для меня эта игра запомнилась, вот я как сейчас помню ее. А, до речі, от ті роки трибуни були, ну, заповнені повністю на стадіоні «Металлург»? Ви знаєте, я не помню ні одної гри, щоб стадіон був заповнений хоча б наполовину. Всегда, почти завжди стадіон був повний. Не тому, що... Поскільки приходило тисяч вболівальників?
Ну, где-то по 1017, по 1015 это всегда. На каком бы месте команда не играла. Была она то ли на втором, на третьем, там боролась за место там вверху турнирной таблицы. Народ всегда ходил. Ну, может быть, потому что не было тогда телевидения еще, и люди ходили на футбол. Но всегда болельщик здесь, Днепропетровский болельщик, очень-очень хороший был. До речі, після війни дніпровський вболівальник ходив на Михайла Дідевича. Ви коли прийшли в команду, цей справжній майстер шкіряного м'яча був, грав у команді. От як він вас вчив, налаштовував на матчі? Ви знаєте, о Дідевичі я можу розказувати дуже-дуже багато. Ну, во-первых, я благодарен, что такой великий мастер был в то время в команде. Он настолько все умел делать, все исключительно. Он был настолько развитый, всесторонне развитый спортсмен. Он играл в волейбол, играл в баскетбол, он играл в теннис в большой. А на поле, конечно, он был звездой. Он, знаете, вот как пишет Дмитрий Москаленко, на первом месте по забитым, конечно, Олег Протасов у нас вот, за 100 лет существования Днепропетровского футбола. На втором месте Виктор Романюк. На третьем месте Михаил Дидевич. Но Михаил Дидевич играл всего там 4 года за Днепр. В 54-м он пришел сюда, и в 58-м он закончил. Поэтому забивал много. Был настолько техничным на поле, с мячом работал очень хорошо. Ну и все эти... Я припомню такой случай. В 58 году первую игру мы играли в городе Севастополе. Тогда город этот был еще режимный. И вот приехали мы за день до игры потренироваться на стадион Черноморского пароходства. Значит, нас попросили немножко подождать, там теннисный корт, и вот стоит какой-то мужчина, лежит рядом там спортивный костюм у него, и он теннисной ракеткой бьет мячик в этот самый. Подходит Дидевич и спрашивает, говорит, слушай, а что, нет партнера, не с кем тебе играть, и лежит рядом ракетка. Он говорит, да, а что, ты умеешь, спрашивает у Дидевича. Он говорит, да немножко умею, давай попробуем. Вот они стали играть, два этих вот. Наш Михаил Степанович Дидевич и этот мужчина, который играл. Вдруг подъезжают, играли они, настолько интересно было смотреть, и один, и второй, прям вот, вдруг подъезжает машина, выходит с машины адмирал, подходит, извиняется перед этим игроком, который играет против Дидевича. Ну, потом этот адмирал переоделся, пошел, и он вышел, а мы пошли тренироваться. Оказалось, что Дидевич играл с адмиралом флота Касатона, адмиралом Черноморского флота. Вот это мне запомнилось. Поэтому этот человек столько внес лепты в развитие днепропетровского футбола. От ви кажете, що Михайло Дідевич, ну, вмів майже все на футбольному полі. А от що більш за все вдавалося вам, який стиль гри був притаманний саме вам, які вам довелося забивати голи, чим ви краще володіли, яким ударом, дриблінгом забивали головою, там, лівою ногою, правою. От що вам більш за все вдавалося на футбольному полі? Ну, ви знаєте, як-то у мене все це діло було всього понемногу. Коли я вчився в техніку фізкультури, ми там дуже багато фізичної підготовки, там були предмети спортивні, там і плавання, і гімнастика, і легка атлетика. Тому всьому цьому я був фізично готовий. Поэтому... А вот, знаете, как футболисты бывают, один левша, там, левой ногой лучше работает, правой похуже. Там как-то было все равно, что левой, что правой. Значит, ну что, прыгал я неплохо вроде бы, как в это самое. Но самое главное, была какая-то, наверное, стартовая скорость. Потому что, когда я играл с Дидевичем,
мне надо было найти ту возможность, тот коридор, чтобы открыться. Открыться именно в движении на ворота противника. А Дидевич умел как бы вот этим резаным ударом вывести меня на эту ударную позицию. Я забивал, вот, ну, играя с Михаилом Степановичем Дидевичем, мы с ним 2 года почти вместе играли. Забил я многовато, можно сказать, мячей. Поэтому вот так вот. От ви бачили за всю історію дніпровського футболу багато команд, і Дніпро зразка 60-х років, 70-х, 80-х, 90-х і вже сучасний Дніпро. От яку команду ви вважаєте найсильнішою? Ви знаєте, це складний вопрос. Я завжди, знаєте, я би от Коломойському дал бы орден за то, что он вот распустил этих вот бразильцев, отправил их в Бразилию играть. Вот наши молодые ребята местные должны играть. Я вот... Но, с другого боку, он припинив историю самого Днепра. Ну, это да, это минус ему. А то, что начали заниматься подготовкой своего резерва, это же тоже очень важно. Мне нравится сегодняшняя игра Днепра. Нравится. Я был вот на первой игре, был. Посмотрел их воочию, посмотрел вот на стадионе, не по телевизору, на стадионе. Молодые мальчишки стараются, борются. Думаю, что будет успех. Будет. Ну, может быть, в первый год там команда будет где-то там в средней части турнирной таблицы. А потом... Ну, мабуть, успіхи все ж таки покоління 70-х, коли команда вперше вийшла до вищої ліги, а потім покоління 80-х років, коли все, що у Дніпра ну, було, було завойовано у 80-ті роки. Як на вашу думку? От? Ви знаєте, звісно, от той состав, який вперше виграв первенство Совєтського Союзу у 83-му году, наверное, цей состав такой был самый-самый. А тоді було навіть 2 склади. Перший, ну, коли 83-й рік перше чемпіонство, і 88-й друге чемпіонство вже був состав трохи інший, так чи ні? Ну, понятное дело, що одні футболісти уходили, другі приходили. Це ж естественный процес. Поэтому... А 83-й год, тогда, знаете, как... Много ж наших ребят было. Вот наши воспитанники футбольной школы Днепр 75. 5 человек было. Давайте посмотрим, какие ребята. Олег Протасов. Геннадий Литовченко. Гена Литовченко. Володя Лютый. Витя Олег Кузнецов. Таран. Ну, Олег Таран, он был воспитанник этого самого спортивного интерната города Киева. Юра Миргородский. Получили золотые медали чемпионата Советского Союза. Это наши местные ребята. Поэтому... Ну, Олег Таран теж з Орджонікідзе зараз. Да, Олежик Таран. Микола Федоренко теж. Олежик Таран, Коля Федоренко, да. Поэтому все это наше местное, у нас талантливые мальчишки, талантливые. Сейчас надо только на себя надеяться, только на своих, на местных. Валерий Георгиевич, всі, хто працює у дніпровському футболі, безумовно знають історію легендарної дитячо-юнацької футбольної школи Дніпро 75. Пригадайте, як все починалося? Це та школа, де ви були понад 40 років директором цієї школи. Ну, знаєте, це особая статья в моей жизни, футбольная школа Днепр 75. Я как-то, у меня случилось так, что уйдя с большого футбола как игрока, мне пришлось заниматься детско-юношеским футболом. Я поработал немножко детским тренером в первой спортивной школе, потом был завучем, потом меня назначили директором этой школы, я проработал 3 года и первой спортивной школы. Там было отделение футбола, отделение волейбола. Меня и Бориса Дановского в 75 году пригласили в областной комитет партии. Был тогда 2-й секретарь обкома партии Кочеловский Евгений Викторович.
И говорит, ребята, мы хотим вам поручить ответственное дело. ЦК партии есть постановление о том, чтобы в больших городах создать специализированные школы футбола для подготовки резервов команды мастеров. Вот мы рекомендуем нас, вас вот двоих, чтобы вы там возглавили это дело. Ну, я говорю, если вы будете помогать, то мы согласимся. Если нет, нет, буду помогать, сказал, значит, в это самое. Нам удалось собрать тренеров, которые очень любили детский футбол. Не только детский футбол, очень любили футбол. И бывшие футболисты, это Володя Ануфриенко, чемпион Советского Союза в 61-м году в составе Киевского «Динамо». Это Юра Павличенко, который был у нас в Днепре. Это был самый Толя Гребенник, это был Гера Кудзиев, это был Толя, капитан команды, Гринько. Гринько. Да. Большая часть тренеров, которые... Путин, Подорожняк, Мусиенко. Потом пришли, да, потом пришли Борис Подорожняк и в это самое. За 33 года работы в футбольной школе «Днем-75» мы подготовили 7 заслуженных тренеров Украины. Каждому же тренеру давали за каждого футболиста, который он подготовил, то ли в сборную команду Советского Союза, то ли в сборную Украины, то ли там в Олимпийскую. Володя Лютый был олимпийским чемпионом, Борис Подорожняк получил заслуженного тренера. Виталий Мусиенко, там эти ребята были, Андрей Сидельников и этот самый Володя Геращенко. Ну, то есть у каждого тренера были воспитанники, за которых положено было это звание. Поэтому, знаете, эта школа, каждый выпуск, у нас 3-4 мальчишки уже юноши попадали в команды мастеров, играли. Много, ведь столько ребят прошло через футбольную школу «Днепр-75», которые играли в командах мастеров. Поэтому эта школа, наверное, оставила какой-то след в Днепропетровском футболе. Дай Бог этих тренеров. Ну, потім у школи з'явився спонсор, але, на жаль, ненадовго, і вона припинила існування. А зараз можна вважати МДУ США, міську дитячо-юнацьку спортивну школу, як правонаступницю Дніпра-75? Ви знаєте, в 2007 году появился, ну, какой спонсор? Он появился, он назвался нашим воспитанником, взялся вроде бы помогать, пообещал поле построить, потом все это дело. А потом как-то получилось, что эту школу он то ли присвоил, то ли в это самое. Ну, я ему поверил, наверное, моя была ошибка, я подписал ему какой-то документ. И эта школа вдруг стала его, он придержал ее 2 или 3 месяца, и отказался потом. Ну, хорошо, что я очень благодарен Ивану Ивановичу Куличенко, бывшему нашему мэру. Он в то время в Днепропетровске открывались несколько спортивных школ. И школа футбола «Днепр-75», она получила просто другое название. Все тренеры остались работать, МДУ США. Ну, какая была, наверное, поставили 2 женщин руководить этой школой. И ну, это уже иншая история. Это иншая, да, история, которая, понимаете, как много лет прошло, уже 10 лет, как эта школа. Ну, зараз, до речі, МДУ США вже у вищій лізі чемпіонату ДЮФЛ України. А в мене таке запитання. На вашу думку, ви завжди турбуєтеся, як працює федерація і міська, міста Дніпра, і обласна федерація. Я знаю, ви особисто знайомі з головою обласної федерації футболу Віктором Андрухівим. На вашу думку, як працює федерація і чи надається от допомога, чи є турбота про ветеранів? Ви знаєте, я скажу, що федерація працює дуже навіть добре. Ветерани, часть ветеранів нас оказують нам і матеріальну підтримку зі сторони федерації обласної. З приходом сюди Андрухіва молодой парнишка взялся за это дело. Сначала он был председателем городской федерации. По-моему, он вас сменил на этом посту. Это же было
Это был 2014 рік. 2014 рік, да. И вот, вот эти годы, которые работают, раньше как-то вот в этих федерациях, когда ими руководили судьи, было как-то так-то, ну, неспокойно, какие-то ссоры вечные, в это самое. Сейчас там, по-моему, порядок, нас приглашают на разные мероприятия, которые проводятся, на турниры, которые проводятся. Ну и создана ассоциация футбола Днепропетровска, где руководит Валерий Семенович Гамилко, который помогал когда-то и детству. Когда я работал в первой спортивной школе, он помог нам, подарил автобус. Пазик такой, который мы ездили на соревнования, и первенство Украины тоже играли. Поэтому большое ему спасибо. И сегодня ветераны, по-моему, находятся под его таким вот присмотром. Они ездят, играют игры. Поэтому думаю, что в этом плане все в порядке в Днепропетровской области. Так что желаю ему здоровья и желаю успехов федерации и Виктору Андрухиеву. Дай Бог, чтобы эти ребята добросовестно продолжали работать. Думаю, что у них все получится. Ви знаєте у футболі майже все, все бачили на власні очі. От ваші поради юним футболістам, ваші поради тренерам, які їх навчають? Ви знаєте, я, як вам сказати, я как-то вот, был мой день рождения, вот такой, по-моему, 70 лет было. И Анатолий Косый, мой давний приятель, спортивный журналист, попросил мою жену Галину сказать обо мне пару слов. Она поднялась и говорит, ну что я могу сказать, на первом месте у него футбол, на втором месте у него футбол, на третьем месте сделал такую паузу, махнул рукой, там на третьем месте, говорит, у него тоже футбол. Я хочу пожелать вот этим особенно детским тренерам, ребята, не надо, чтобы у вас на третьем месте был футбол, но на первом месте у вас футбол должен быть обязан. Поэтому старайтесь, работайте. У нас 160 школ, у нас в городе... Загальноосвітніх, так? Загальноосвітніх, да. У нас в городе в школах государственных работает около 60 тренеров. Это целая армия детских тренеров. Их никогда в Днепропетровске столько не было. Они получают заработную плату. Неплохую, кстати, говорят сейчас. Поэтому старайтесь. Все зависит от детских тренеров, которые будут готовить резерв для нашей основной команды Днепр. І ваші побажання всім прихильникам футболу нашого міста, області, країни. Ну, я хочу, щоб наш футбол, ну, думаю, що на рівні мирового первенства. Тоже сейчас, по-моему, у нас команда неплохая, сборная. Вот посмотрим, как они сейчас. А молодіжна U20, до речі, чемпіони світу. Чемпіон мира. Мира стала. Поэтому есть большие перспективы. Я хочу пожелать болельщикам, любите нашу команду «Днепр». Она будет хорошо играть. Она и сейчас хорошо уже играет. Поддержите. Будет все хорошо. Все болельщики, которые всегда любили футбол и будут его любить. Футбол – это такая игра, которую любить невозможно. Не любить невозможно. Поэтому желаю всем здоровья, успехов. І щоб наш футбол завжди був впереді. Дякую, що завітали на програму, дякую за щирі відповіді. І наприкінці програми традиційне побажання. Займайтеся спортом і бувайте здорові. На все добре.